Два динамично развивающихся микрорайона – Богородский и Финский. Буквально вчера здесь открылась новая поликлиника и совсем недавно была заложена капсула времени в основание будущей долгожданной школы. Развитие инфраструктуры, повышение качества жизни – важные вопросы. Каким будет завтрашний день, зависит от того, какой будет сделан выбор сегодня. Так выразить гражданскую позицию и проголосовать за кандидатов в Госдуму и Мособлдуму жители спешили с самого утра. Глава округа Андрей Булгаков проголосовал на участке номер 3382, который расположен в школе номер 17 в микрорайоне Богородский. Пришел на выборы с сыном. Руководитель муниципалитета считает, что исполнить свой гражданский долг, отдать голос за кандидата в Госдуму и Мособлдуму – выбор человека, который неравнодушен к будущему своей страны. Я вот сегодня со своим сыном уже традиционно, мы вместе за поправки Конституции приходили голосовать в Щелково. Сегодня я пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее, за перемены, те, которые необходимы, которые реализуются в Щелково. На участке номер 3382 также принял участие в голосовании руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Александр Толмачев и активисты организации. Ну, сегодня выбираем, как будет развиваться наша страна и как наш Московский округ будет развиваться в течение 5 лет. Поэтому важно выбрать своего представителя в Государственную Думу, в Московскую областную думу, для того, чтобы выбрать ту или иную программу, которую представляли кандидаты, которую они будут реализовывать вместе с исполнительной органами власти и региональными, и муниципальными, ну и вместе с жителями, конечно. В школе номер 17 расположено сразу несколько избирательных участков, где голосуют как жители Богородского, так и Финского микрорайонов. Директор школы номер 17 Анна Грызлова также пришла исполнить свой гражданский долг, проголосовала на участке номер 4205. Вся Россия, все граждане России, все патриоты России придут на избирательные участки для того, чтобы отдать свой голос за наше будущее. Безусловно, вся моя семья сегодня будет на избирательном участке, потому что, ну, а как можно жить в этой стране по-другому, как не любить свою страну, бороться за свою страну и думать о будущем своей страны. И родители учеников школы номер 17 убеждены, что от выбора граждан сегодня зависит будущее, то, в какой стране предстоит жить их детям. Инициативная группа уже в первый день голосования пришла на избирательный участок. Пришли мы проголосовать, наш гражданский долг, мы за будущее нашей страны. Будущее нашей страны – это наши дети, поэтому мы голосуем, наш голос очень важен для нашей страны. Напоминаем, что в этом году выборы проходят в течение 3 дней. В городском округе Щелково работает 123 избирательных участка. С 8 утра до 20:00 граждане могут выразить свою позицию, проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы и Мособлдумы. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.